решили все-таки выложить одно маленькое видео с Gamescom. Ну, оно просто никогда не устареет. Для тех, кто будет писать, что мы тупые и не понимаем, что это на самом деле за фишка, мы все понимаем, это просто стёб. Не обошлось на Gamescom 2013 и без довольно странных экспонатов. Вот здесь вы видите наверняка ожидаемый тысячами, сотнями тысяч фанатов очень нужный симулятор поездки на инвалидном кресле. Я не знаю, мне смеяться или плакать, потому что инвалиды — это, конечно, грустно, но я не вижу смысла делать симулятор инвалида. Инвалидом может стать каждый, там, не то что капитаном Шепардом там, или Айзеком, нет. Серьезно, любой может стать инвалидом. Зачем? Зачем симулятор? Ну и к тому же, если уж он делался не так давно, может быть, стоило сделать в нем получше графику. В общем, итак, симулятор инвалидного кресла. —